Всем добрый вечер. Сердца еще, как заметили, немножко мясца. Соня очень любит ваши сердца, прям прижимается. Как ей нравится. Вот из ее ушка выходят сердца. Либо по носику. Жмем по носику жмем, жмем. Оп-оп-оп. Чередую себя и Сони хорошо. Быстрее носик. Жмем. Соня, какая же она сладкая, точняк. Ну покажи, ждем ваш концерт. Курица в сердцах откуда? Да вот такая вот штука есть. Фиолетовые курицы. Что происходит? Да я сам не знаю, что вообще происходит. Соня спит и на ваших сердцах. Спасибо за трансляцию репы. Да нема за что, приходите еще. Со, скажи что-нибудь. Сказал уже. А ты? Только попробую разбудить. Да, она будет спать вообще крепко-крепко. Если там Настя паштетиком не пошурудит. Лев будет на концерте? Нет. Ей снится кура. Да, наверное. Смотрите, ее две, а вот три. Вон там. Смотри, как кусаете. А когда следующая репа? Послезавтра. Вообще, музыканты очень молодцы. Я ставил в планы чуть больше репетиций. Они, блин, все сделали почти уже на первой репетиции. Я просто очень горд, что есть такие музыканты. Очень хорошие, очень классные. А что за курицы? Хэштег такой в описании. Посмотрите. Сонька слушает, да? Слушает. Ты нас пустишь на репу? Ну, перископ пустит. Какие еще бывают хэштеги? Хэштеги еще... Ой, чему я сладенькая, потягушечки. Чтобы летали. Хэштег еще бёзды есть. Happy бёзды вроде. Или бёзды просто пишите. И будут у вас эти шарики. Ничего себе, сладенькая. Краснокаменский привет. Сердца из Сониных ушей. Да, ну уже из Сониного затылка. Курица. Нет, русский, видимо, здесь не работает. Вот. Тебе надо спеть с... Сейчас из-за уха вылезет. С Мэтью Беллами. Ну да. Чмокаешь ее? Нет. Пытаюсь этого не делать все же. Она чмокает себя в другие места этими же своими. Все. Все, Соня проснулась. А нет, не проснулась. Что ты? Что ты маленькая? Ух, типу. Оренбург, привет. Где-то я тебя видел. Ну да, волосатую. Волосатый такой. Вот, в общем, такие дела. Саша, когда посмотрим ТВТ еще? Не знаю. На надо, да? Я думал, ну, посмотрели пару раз и хватит. Что тут? Поприкалывались. Да, ночью она будет бегать, Соня, сейчас. Вообще по полной. Лохматый пес и кошка, так точно. Сердца из сердца. Саша, что с Иркутском-то? Иркутск ждет. Я тоже очень сильно жду Иркутск. Но это не ко мне вопрос, к сожалению. Я в этом... Мое дело маленькое. Хотим еще, я хочу тоже. А где Настя? Где то? Расскажи о костюме Белоусова как-нибудь. Да, мы с вами обязательно поговорим на эту тему, на вообще точь-точь и вообще какие-то выводы я сделал для себя интересные.
Так что вот, ура, я в эфире, твое дело большое. Фиолетовые сердца рулят. Ну да, жмем фиолетовых побольше тогда. Твое дело всегда большое. Откройте счет в банке вашего альбома и сообщите нам хоть помочь к альбому. Ну, понимаете, тут я уже говорил об этом, что тут деньги, да, собрать каждый может, там каждый протянет руку, там вы положите копейку, поможете, но как их вкладывать и куда, это другое. Другие должны люди этим заниматься. Так что пока что мы не знаем, с кем будем работать. А так я жду именно тех людей, с которыми можно реализовать свои идеи. И тогда я уже как бы буду искать помощь. Да, буду искать помощь. Саш, когда будет нормальный концертный график по городам? Это к Марату Хардинову. Обращайтесь, вопрос. Он мой... Концертный агент, директор точнее. И все к нему. Отрепы в восторге, парни в ударе. Парни вообще молодцы. Еще раз их похвалю. Просто крутые чуваки. Есть сейчас какая-нибудь... Прикроватная книга. Сейчас нету. Надо купить какую-нибудь. Саша, я уже 1000 сердец тебе отправила фиолетовых. Молодец. Молодец. Держи тебя за кулачки. Вот. Держим за тебя кулачки. Ла-ла-ла. Так, Саша, приз, женский образ. Кажется, не знаю, женский, может быть, и не предвидится, а может быть, не знаю. Синяя курица. Саша, в конце трансляции мы не уходим, а нас выкидывает почему-то. Вот, кстати, я открыл сейчас вот эту трансляцию и буквально вот. Сейчас попробую написать. Пришло. И можно вы, как бы, вот у меня не высветилось. Ай. Вот от себя. Ага. Вот. И потом, когда закончится трансляция, можешь попробовать там, как бы. Я еще немножко здесь попишу вам. И кто останется, тот. Вот. Вы просто не закрывайте раньше времени. Вот. Шпонкс, привет. Привет. А это как? Это что? А это что за ссылка такая? Первый раз вижу такую с такой стрелочкой штуку. Появилась Е. Курица летает. Да, круто, здорово. Саша, вы говорили о двух песнях, написанных специально для вас в мартовском видео. Не успел. Магия, ждем, может, концерт ответить. Что ответить? Кстати, спасибо за репу, было круто. Да не за что, приходите еще. У меня... Мне как-то мама Бона назвала. А вот где наш котик? Шонька. Шо? Пусти. Так что вот такие пироги. Хотел делать видео размышления концерта, но не успел. Передумал. Саша, ты бы сам кого хотел на ТВТ изобразить? Ну, у меня был список. Но это потом, опять же. Об этом, может быть, и потом поговорим. Так, человек супер, знаю. Сам от нее кайфую, и вы покайфуете. Обязательно. Прям я уверен. Это будет круто. А мы щенка назвали Саня. Круто. Ладно. Все, пойду я, побегу, потому что мне надо еще кое-что успеть сегодня сделать. И кое-что я делаю, прям не могу спать. Так что все, пока.